Ну скажи, что именно в деньгах, а то люди не поймут, что в паспорте. Да люди, какие люди? Вот эти же. Да. А, надо посмотреть. Надо ж тебе это уже одежду покупать. Да, желательно бы, конечно. Сколько ты? 2.30. А, ну, в принципе, еще. Лишь бы не 4. Я думал уже. Мне что-то кажется, что уже 4-й час или 5-й. Блин. По ощущениям. Ну да. Надо уничтожить елку. Хуем собачьим. Какую? Вот эту вот. Потому что я ненавижу эту улицу, блядь. Не, ну просто, блядь, это ваше, конечно, дело, но, блядь, мне на это смотреть неприятно. Серьезно. Как будто на концерте Киркорова, да? Да, как будто типа концерт, блядь, какой-нибудь залупа, блядь. Ну. Это вот Серега. Вот это мишура, блядь, вот это висит, Ивана, вот это вот. Пиздец. Уберите ее нахуй. Она висит, портит, блядь. О-о-о! Я тут такое увидел, Серега. Только. American Boy? Смотри, флажок какой. Америка. А вообще, как ты к этому? А, пусть висит, пускай, похуй. Главное мишуру. Главное мишуру. Спали нахуй, зажигалка ее, блядь. Проще будет. Тут, когда все сгорит. Стены. Такие. Ну да, вот эту хуйню надо оборвать вам по-любому. Ну что? Ну, кто вообще этим заборачивается? Ну мы тогда. Это Серега. А, Маныч. Понял. Надо будет с ним обсудить, что Серега не против, если мы в коморе снимем. Потому что он как бы это все делал, ну, трудился. Ну ладно, я не навязываю эту хуйню, просто я свое мнение просто рассказываю. Я ж не навязываю, я ж не приказываю вам. Ну конечно. Что хотите, то и делайте, мне похуй. Ну просто мне. Ну это, давай блядь, вместе прям снимем. Мне это бесит. Вот смотри, ты говоришь, надо снять. Как бы, а делать никто ничего не хочет, только говорить, советовать, это не, ну, как я во здесь, всем. Я здесь как бы в коморе, ну понимаешь, вы уже сами решаете. Снимать, может, мы сейчас снимем, а потом Серега скажет, вы что, охуели? Ну да, поэтому для начала мы с ним. Вы хорошую, кстати, снимем. Отмазку ты придумал, чтобы не снимать. Мы у Сереги спросим, Серег, ну, не против, если мы снимем. Ну, старые, походу. Да, вроде вчера их хавали. Да. Какие-то прелые ник. Ну, возможно. Просто оставили, никто не убрал. И... Они уже здесь с прошлого года. Чего-то за прошлого, блядь. Так что, блядь, проверьте свои паспорта. А, ты ж не рассказал еще то, что... Ну, я же говорю, Димон, ты свой паспорт открой. Я не буду говорить, на какой там странице, где. Просто найди это, блядь. Просто открой паспорт и внимательно его изучи. Вот все эти, то, что там... Да тоже на деньгах тоже посмотрите, если там столько, блядь, всяких знаков, блядь, стоит. Адовых, блядь, что пиздец. Ну скажи, что именно в деньгах, а то люди не поймут, что в паспорте. Да люди, какие люди? Вот эти же. Да. Да не поймут, блядь, а что? Просто, понимаешь, одно дело, блядь, понимать, да? Другое дело, просто надо как-то, если ты почувствовал вот это все, то ты найдешь. А если ты не почувствовал, хуй туда найдешь. Просто если ты понимаешь в действительности, что, блядь, происходит,
Это ж не просто так, знаешь, вот так вот раз. Ты никогда, блядь, не думал об этом. Мне тоже, блядь, знаешь, когда люди ж, они ж, когда рождаются, они ж маленькие, они нихуя не понимают. Им похуй. Тоже. Откуда они, зачем они, блядь, здесь? Просто человек родился на этот свет, блядь. То есть, для чего он родился, блядь? Потому что он раб. Сейчас, погоди, Серег, я хотел просто с тобой одно видео посмотреть. Прикрою, чтоб не отсвечивало. Вот, держи. Сейчас, тут надо нажать вот как-то. Ага. Я вас, блядь, не нахуй. Не нахуй. Ненавижу, сука, блядь. Не, надо сначала. Так, вот. Добрый вечер. Мы уже виделись, да? Мы виделись, да? Я вас, блядь, не нахуй. Не нахуй. Ненавижу, сука, блядь. Вот так вот, блядь. Прикольно. Скажи, круто. Я пересматривал это, знаешь, сколько раз? Блин, вообще. Это все получается так, случайно. Это спонтанно все. То есть это нельзя спланировать, да, там, спланировать захотеть чего-то или. Да. Поэтому так все и делается. Так не надо что-то планировать. Ух ты, что за туалетная бумага. Не, это бумажное полотенце называется. Но все равно жопу ей подтирали. Да. Один хуй. Хорошо, блядь, товарищи, нам пиздец. Ну, в смысле, я имею в виду вообще. Вы просто как бы подумайте внимательно вообще, блядь, ну, как бы, как сказать, как лучше выразиться. Задумайтесь о том, кто нами управляет сейчас в стране. Внимательно задумайтесь, блядь. Да нихуя, нихуя интересного здесь нету, блядь, на самом деле. Абсолютно. И все, и пошли вот эти, блядь, девятиэтажки 90-х годов. При Ельцине еще были построены, блядь. До сих пор, блядь, да, люди живут здесь. Дороги как, блядь, говно. Посмотрите на них, блядь. Все в латках, блядь. Да, сейчас все в латках. Все в латках. Вот один латки, блядь. Видишь, дорогу не могут сделать нормальную, сука, дорогу. Одни латки. О, завод, смотри, какой-то. Это Энергомаш, блядь. Вот, я уже ссать захотел, блядь. Ну, только об этом в коморе говорили, что... Как это, закон? Я тебе говорю, Димон, сейчас сверни направо, не, направо. Не, я там во дворе где-нибудь пасу. А там я вообще хуй где пасу, это серьезно. Хорошо, это, сейчас мы... Это пизда. Вот, можно слева. Посмотрим. Давай лучше вот где-нибудь. Вот электротовары тут всякие. И что электротовары, блядь? Ну, поставить на электротовары можно. Не-не-не, вот сверни вот туда. Вот давай вот. Налево. Пик. Пикник, блядь. Так, сзади никого, можешь выходить. Понял. Делаем отчет. Вот мы сейчас остановились, на самом деле здесь вот не просто так, надо окна открыть. Тоже мне захотелось. Да, кстати, открой окна, пиздец, Димон. Так. Ну я даже ключ не вставил. Пизда. Первым делом я завел фотоаппарат, потому что это важнее. Да, Серег? Да давай воткни, блядь. Да ты не умеешь. Да ладно, хули там умеешь. Просто, да, воткни, я поверну. Блядь, открой окна обязательно, блядь, быстрее, а то мы сейчас сдохнем, нахуй, как крематории, блядь. Все окна подкрой, и задние тоже. Не. Все, поехали дальше. Да, едем шопиться. Да ну поедем на рынок, нахуй. Ну не то, что шопиться, блядь. Шопиться это, блядь. Шопиться эти пидорасы, блядь. А мы как это называем вообще? Им купить, короче, трусы на шопиться. Вон, короче, музло, блядь. Охуенно. Узнал, кто поет? Это самый, блядь. Ну, в смысле, не... Я в смысле не охуенно, Дима, только не обижайся. Но я и люблю это дерьмо. Хорошо.
Окей? Да. Это не в обиду. Хорошо. Конечно, это, конечно. Ну, SMC, да, я так понял? Ну, и Казадаев. А, в Казадаев. А что, на электронных барабанах играет? Нет. Погнали. Ну смотрите, вот еще одна аптека. Мы буквально не прошли, еще, да. Метров 10, наверное. Еще одна аптека, блядь. И стрелка тут, да. Серег, где твой ряд? Я не знаю вообще. Ух ты, блин! Да штаны еще. А какие? Если не секрет. Это не секрет, конечно. Секрета здесь нет. Да не знаю, ну. Джинсы, камуфляжи. Не, ну я смотрю, что голый ударил в аппарат. Не обязательно прям как классические джинсы. Ну, просто. Ты, мне кажется, померяй, как оно будет на тебе, а не так, что просто висит. Потом уже выберешь. Дай мне что-нибудь типа такого плана с карманами. Смотри, Серега, а вот жилетка тебе такая не нравится? Иди сюда. Жилетка. Ну что там, Серег, померил? Сейчас же. Все, ребят, всего доброго, до свидания. Как размер? Размер так. Ну что, нормально. Не, вы смотрите, да, ребят, я вроде так все подобрал, все хорошо тебе, а там... Могу тебе просто, если тебе без... А вот это вот без резинок? Нет, с резинкой. Все с резинкой? Да, это с резинкой. Они в штанах узкие, да? Ну, так же, как и... Здравствуйте. Так же, как и вот эти будут они. Можно вот... А эти? То же самое. Нет, то же самое. Там манжет идет внизу, а по размеру есть вообще. Ну, мне кажется, Серег, вот этот цвет, он как, ну, обычный такой, может, поярче что-нибудь посмотреть. Может, правда вот такое вот что-то? Ну, может, вот что-нибудь такое? Будешь как хиппи. Не, ну, серьезно, посмотри, ну, что-нибудь. Ну, отдайте мне обычные джинсы какие-нибудь, к примеру, просто померить. Скажи, пожалуйста, по цвету, что я тебе... Такой цвет. Такой цвет, такой Андрюш, цвет. А давай мы дадим вот что-то вот из этой серии. Сейчас давайте. Такое. Может, вот правда что-то из такой вот. Как вы? Ну, давайте что-нибудь такое вот именно. Комфортно себя не чувствуете. Только их подшить. Ну, подшить-то ну, не да, проблема. Это, что? Смотрите, нигде не топорщится, ничего. Да, да, лекало. Я думаю, служишь стоит. Ну а смотри, Серег, главное, чтобы... Да? Не, это я не фото, мы видео делаем просто. Это телевидение «Россия 2». Я понял. А сегодня типа... вечером посмотреть. Да. Я понял. Только в интернете. В 20.00, как это, вести недели, я понял. Я все понял. А можно... Просто мы обозреваем то, что как все у нас происходит в нашей стране. 1700. Ну, скидку ему хоть сделайте какую-нибудь. Не вопрос, ребят. Скидочку я же насчет этого. Не, вот это же вопрос. Ну, бери, ладно, Серег, что если сели, раз. Значит, твое. В следующий раз я... Ну, да. Такие... И жилетка вон там мне понравилась, конечно. Да, вот жилетку видел? Я сейчас брать не буду.
Не, ну жилетку ему, если ты... Да я тогда можно, да, я тогда в них пойду. Конечно, конечно, сложит. конечно. Так. Интересная жилетка. Может, нет? Да не. Нет, да. Серега решил пойти сразу в новых штанах. Ну правильно, что? А почему бы и нет? А вот, кстати, визитки держи. До себе одну ставь. Да, оставляю одну себе. Ложи, пригодится. Так, вот это, как это называется? Да, штаны еще пригодятся. Ну, конечно, ну что, и на работу, что ж они пригодятся. Подожди, там сзади этикетки нет. Да, я тебя сейчас сниму. Держи эти штаны. Держи штаники свои, сейчас кеточку сниму. Футболка. Вообще. Да. Померишь, Серег? Померишь? Да что я, ну померяю еще дальше. Ну, я тебе куплю ее. А у вас есть эта самая футболка с изображением Иисуса Христа? Я вас слушаю. А сколько стоит вот эта вот Джон Леннон? Это женская, да? Вот это 950, размер XL. Вот это, да? А тут еще стразы. Это не стразы. Какие стразы? Ну, вот эти вот. Знаете, говоришь, футболки в Ситимол, поехали. Да, там можно футболку задешево взять. Да давай пройдем по рядам, может что-нибудь увидим. Ну давай. Как ты хотел, футболку, что-нибудь металлическое. Да здесь или цепак. Ничего не продается, блядь. Когда здесь? Ты что, прям тут будешь? Буду дрочить. Это же рынок, блядь. Нельзя? А курить можно здесь, нет? Нет, 1500 штраф. Понял, Серег. Можете зайти мне футболочку лучше купить вместо 1500. За 1500. Он знает, где за 200 продается. Мы сейчас туда собираемся. Зачем мне футболку за 1500? Лучше штраф заплатить за курение. Вон, смотри. Вижу уже. Это хуета, блядь. Почему? Это, да, шуми. Противогаз. Здравствуйте. Здрасте. Приходите в гости, походу по адресу пришли. Да. На видео снимаете еще, да? Да, конечно. Прикольно. А выставляете потом черный карточек? А, так мы ж вас не показываем. Так что. Спрашивайте. Что хотел, Серега? Да, это мне просто видите, телефон мне. Посмотреть, есть ли у вас кататония. Не, а у вас есть футболка, допустим, этого самого The Hound. Кого? The Hound. The Hound? Группа. Или по интернету проще. Нет, мы можем вам найти что-то похожее. Есть бегемоты, Slipknot, Kiss. Ну, Slipknot, Kiss это точно интересует. Ну вот такая не нравится. А сколько она денег? 890 рублей. Кипелов. Сепультура, что ли? Файфингер вон есть. Нравится же группа Файфингер? Рок. Рок.
Ну да, прикольный еще раз. Ну, по-моему, размер охуенно. Маловат, она Серег. Нет, она, у нас эксклюзив джинсы, у нас все единственных экземпляров. А померить? Вот. Померите, пожалуйста. Нужно, если хотите, занавешу, занавешку. Да? Меня зовут Равшан, я хожу в New Balance, в Stone Island и в Independent. И не могу себе на тостере. Так что... А, она вообще маленькая. Да. Ну, это, конечно, не пойдет. Ну, а давайте вот такую померяем. Смотрите, не нравится? Привет, ребята. Невозможно, ну как ее. Победили, бумри, вообще крутая. Не, чтобы у нас качество отличное, было. Она будет у вас свободна. Да. Че, нашел денег, да, я так понял? Нет, я это смотрю. Так вы не бери ты это. Нет, они нормальные на самом деле, ребята. Ну, Серег, спорта. Тебе, кстати, сумка же тоже нужна. Смотри, есть. Покажи. Да, тканевая, вообще отличная. За 500 рублей забирай, так стоит 700. За 500 рублей. За сколько? Зеленый. Ну, видишь, похоже, что это 300. Более твой размер. Так же стоит, да? Да. Можно ну да. И цвет такой более-менее. И как раз это спасательный круг прикрывает. Смысл? Спасательный круг это. Один. Отлично. Не, и надпись еще. Знаешь... Покажи, что сзади, Серег, там есть что-нибудь? Сзади должен быть. Да, значит, нет, внутри шестерки. Это знак. Это получается, знаете, что самые крутые тату-мастера России выпустили свою серию, получается. Вот эти принты, это увеличено их татуировки, где они кому-то били на фестивалях. У нас целый ряд таких футболок. И вон даже написано, победили, бумри. Так что будете всегда победить. Ну, а после стирки не будет? Ничего не будет. Ничего не будет, да? Да, вы будете приходить еще ко мне, говорить, крутая футболка. Серег, тебе же скидку должны сделать. Вы же делаете ему? За 800, 890 она стоит. Тут на 90 рублей. Все, благодарствую. Ну, если вы снимаете на видос, давайте сделаем по рыночному, да? Оп, оп. Вы же снимаете. Ну, я вас не снимаю, только, ну, только ну, это. Не, вещь. Я вообще не парюсь. У меня просто есть гаджет, на который я тоже снимаю хорошие видосы. Тоже получается. У вас тоже канал есть какой-нибудь? YouTube канал, да. Ну, у нас тоже. Да? Ну, конечно. Я это просто глупые видосы скидываю. Допустим, у меня вот есть такой прикольный видос, я недавно делал. Можете заценить. Угу. Чисто для смеха. И мы тоже вам покажем. Я называю это смешной Карану на Люна. Вот. Карану на Люна. Стебаемся жестко сами. Много таких разных. Ну, мы можем тоже свой сейчас покажем. Давайте ссылку, я буду к вам заходить и лайки ставить, просмотров всех. Да, конечно. У нас же целый магазин, у нас, а у нас подписчиков 6,5 тысяч человек. У нас как бы два канала, у меня свой личный есть, ага. И вместе с ним. Как думаешь, Серег, что можно парню показать? Что хотите, нашего? Что и показывать. Добрый вечер. Мы уже видели с вами? Мы видели с вами. Я вас, блядь! Не нахуй! Ненавижу, сука, блядь! Вот так вот, блядь. А у вас типа онлайн-трансляция, да, сейчас? Ну, покажи, как мы играем. Сейчас? Ты вырезаешь вообще, делаешь? Ну, конечно, монтаж ремонт, потом, да. Ну, смысле, только лучшие покажи, моменты. Покажи, как мы играем. Спрашивай. На ударной установке. Да, футболочка. Уже. На, померяй. Дайте, блядь. Серега. Блин, Серег. А где запчасти? Запчасти где? А, вот запчасти. Допустим, кому-то на день рождения подарить. Шутку подарить. Ну это, да. Ну бери, что 60, понравилось. 65, 70, 75, 70. Да люди до таких возрастов не доживают. Надо уже, это уже не актуально, 60. Надо писать прям лет 40 максимум. Все. 40 уже обычно, как правило, в могилу уходит. Да. Извини. Чтобы заранее не увидел Серега, я ему не говорил, то я раньше это заметил. Вот, смотри.
Ну это F-15, блядь. Вообще-то Игл, блядь. Типа Айсберг такси. Нет, интерактивное такси. Вот это вот этот самолет, который изображен здесь, это F-15 Игл, блядь. Были полные есть, блядь. Только на нем написано Айсберг, еще сверху такси, блядь. Это вообще, я, если честно, блядь, вот эта реклама дурацкая, такси вот этого, блядь. Пусть они чуть-чуть как бы передумывают, переделывают чуть-чуть, но это бред. Так, Серег, покажи это, расскажи хоть. Да что тут рассказывать на самом деле? Вот Серега купил новые джинсы себе, штаны. Ну да. Ну и вот новую футболку, блин. Да, вот да. И все. Что тут еще показывать? Черепами, естественно. У меня только с черепами есть. В общем, что хотел, то получил, как говорится, ну, да? Ну да, да. Ну причем, в принципе, да. Долго ничего не выбирали. Да. Просто зашли. Я же на рынке проще выбирать, чем, блядь, в каком-нибудь ебучем, блядь, эконом-магазине. Да, кстати, садится батарейка, поэтому, блин. Так что давайте, спите и все, и до свидания. Да. Скажи, ой, сейчас. Я это вырежу. Серег, можешь сказать? Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Подписывайтесь на канал, короче, и ставьте, блядь, колы себе в задницу, блядь. Типа того. Ну, имеется в виду это, блядь, это самое. Вы поймете, о чем я говорю. До свидания, блядь. Спокойной ночи, блядь. Типа до свидания и все такое. Да все нормально. Все будет заебись. Ну, пока не беру, не прилетит, блядь. Запускай мотор. Уже. Все, погнали. I pull my fucking heart out.